Сотрудники организации, где работает Сергей Алпеев, уже несколько лет обучают старших по домам тому, как правильно взаимодействовать с управляющими компаниями, как добиться ремонта, решить другие сложные моменты. Занятия бесплатные. На таких семинарах в прошлом году побывало 200 человек. Сергей говорит, тема важная, но не все жители знают, что есть организация, готовая бескорыстно помочь. Как получить ремонт? Обычно люди жалуются, но как сделать это, не знают. Мы стараемся объяснять, обучать, как получить от правящей компании то, что должно быть вашей. Но теперь некоммерческим организациям, общественникам будет проще доносить информацию о своих акциях. Областной ресурсный центр гражданской активности создал электронную карту, где НКО могут размещать анонсы своих встреч. Сделать это можно буквально в несколько кликов. НКО получает возможность дополнительного освещения тех мероприятий, которые оно будет проводить. Мы надеемся, что некоммерческие организации обязательно зайдут и посмотрят эту карту, и обязательно внесут свои корректировки, свои мероприятия. Сейчас, по словам Симониной, на карте отметилось более 30 НКО. Все эти организации занимаются социально важными делами, помогают малоимущим и инвалидам, организовывают культурные события. Воспользоваться картой можно на сайте ресурсного центра. Елена Малютина, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События.